Всем привет! Приветствую вас на своем канале «История жизни» с Эмилией Гарден. Продолжаю генеральную уборку в своем доме и украшать свой дом на Пасху. Последнее видео, где я украшала кухню, просто такой взрыв произвело, что, девочки, кто против украшений дома на Пасху, кто как-то фанатично относится к чему-либо, перелистните это видео и не портите себе настроение. Конечно же, разберу всю обувь, а потом помою окна, постираю шторы, разберу здесь завал, у нас упала картина. Ее дарили нам давно-давно, еще Леночка маленькая была, из шелка вышитая она. Ну и упала, и разбилась. Нужно будет заказать. Так, здесь украсим сразу, задекорируем к Пасхе. Шторы останутся такие же оливковые. Да, Клёпа? Оставим? Оставим шторы? Так, мяч нужно отнести к Максимке. Ну и все в этом роде. Сейчас будем здесь наводить красоту. Пасхальную атрибутику, конечно же, будем задействовать. Буду украшать также свое зеркало хрустальными бусами. Может быть, здесь поставлю другой букет совершенно повыше, с подвесными яйцами, хрусталями. Мне кажется, будет это очень красиво. Так, все, девочки, начнем. Так, тюль готова, окна вымыты. Здесь пока букет только оставлю и добавлю еще кролика. А давайте сразу добавим. Добавлять вот так, вот такого кролика поставим сюда. Мне кажется, очень хорошо он здесь впишется. Слышу, постирались уже темные шторы, те еще влажные. Пойду достану. Еще сюда вот так книги. Вот, вот так мне больше нравится. Хорошо, все. Приступлю к декору. Зеркало и комода. Я это зеркало украшаю и на осень, и Рождество, Новый год, и Пасха не исключение. Я ничего не вижу плохого в том, чтобы украсить свой дом в такой, на такой даже светлый день, как Пасха. Буду задействовать хрустальные бусы и зелень в виде оливковой гирлянды и вот такого плюща. Разложу гирлянду, развешу хрустальные бусы, добавлю плюща. Он создаст такую, знаете, иллюзию волшебного леса какого-то. А хрусталь, конечно же, будет смотреться очень аристократично, сказочно. И в то же время, когда будет мерцать то тут, то там, особенно когда вечернее солнышко, очень эффектно это все смотрится, девочки. Теперь приступлю к украшению этого комода. Я его также украшаю по сезонам. Пасха не исключение. Сейчас я здесь создам совершенно другой букет. Он будет в вазе повыше. Я возьму вазу с крышкой. Крышку поставлю рядом. Эту вазу я в своем магазине продавала в осенней коллекции. Девочки, кто приобретал, знают, что она просто невероятно красивая. В ней я создам букет из белых цветов. В данном случае это белая магнолия. Мне кажется, очень актуально она будет смотреться в этом декоре. Рядом поставлю кролика, но попозже вы увидите, что я его немножко буду задействовать по-другому. Он не просто будет стоять. Также я буду использовать вот такие вот светодиодные яйца, вот такую потрясающую гирлянду, которая светится таким тепло-белым светом. Она желтее на самом деле на камеру, чем является. И такую гирлянду очень хорошо использовать также в сервировке стола. Яйца такие, знаете, хрупкие, тонкие, очень красиво смотрятся они в декоре и в интерьере дома. Украшу этой гирляндой свою вазу и дополню букет еще цветами. Буду задействовать сюда силиконовые
тюльпаны, чтобы разбавить немножко букет. Мне кажется, так будет смотреться более воздушно, так по-весеннему. И белые тюльпаны хорошо впишутся к белой магнолии. Ну а теперь я решила оживить кролика. Кто меня смотрит давно, все уже поняли. Поставлю кролика на вращающуюся платформу. За счет вращения композиция, где будет стоять кролик, как будто бы оживает. Совершенно по-другому она воспринимается, конечно же, глазу. И вообще вся вот эта вот композиция на комоде будет смотреться по-иному. Живо так будет она смотреться. На платформе у меня будет стоять просто белый кролик и несколько керамических яиц пастельных оттенков, которые хорошо впишутся в эту композицию по своей цветовой гамме и поддержат потом рядом стоящую композицию с этим комодом, но вы позже сами все увидите. Мне кажется, получилось очень красиво. Кролик из-за вращения на платформе совершенно по-другому смотрится. Яйца дополняют все цветовые сегменты, которые присутствуют в этом декоре, да? Возвращаю на место я книги, на которых у меня располагаются флаконы с мужским парфюмом. Здесь более удобно их размещать, потому что у меня мужчины пользуются парфюмом, выходя из дома сразу же, да, перед выходом, так скажем. Поэтому здесь у нас место мужского парфюма. Вот такая у меня композиция получилась на комоде, девочки. Вдохновляйтесь и украшайте свои дома. Ну а теперь я кое-что добавлю в свою прихожую. Убираю вот эту вот орхидею, которая здесь стоит у нас весна-лето, в другой угол комода, в другую сторону комода. И ставлю на ее место дерево яблоневого цвета. Оно не очень хорошего качества, но я все исправлю. Исправлю потом по ходу действия декором. Но сначала буду декорировать низ этого дерева. К фонарям, которые стоят у подножья дерева, добавлю вот таких соломенных кроликов. Они у меня давно, эти кролики, всегда кочуют по дому во время пасхального декора. В этом году они будут нас встречать всегда при входе в дом. Добавлю немножко плюща, тем самым я свяжу, конечно же, вот этот декор, который у меня на зеркале, чтобы все это смотрелось единым целым. Мне кажется, такая, знаете, сказочная история такого сказочного весеннего леса получилась в прихожей. И теперь начну украшать само вот это вот дерево. Так как у меня на зеркале хрусталь, я решила
дополнить и исправить вот эту всю историю некачественного дерева, так скажем, некачественных цветов с помощью хрусталя. Хрусталь исправит, девочки, все. Дерево я это покупала очень давно, еще не было ни латексных цветов, ни понятия качественного искусственного цветка, поэтому будем исправлять. Я возьму для украшения этого дерева вот такие хрустальные подвесы нежно-розового, сиреневого и голубого оттенка. На дереве вот это вот сияние кристаллов будет смотреться очень нежно, но и в то же время украсит это дерево, ну и возьмут на себя какую-то часть внимания, да, чтобы отвлечь, ну, зрительный эффект от цветов этого дерева. Мне кажется, здесь хрустальные подвесы будут смотреться очень красиво. Вообще хрустальные подвесы очень хорошо смотрятся вот эти вот и на ветках, просто ветках вербы, и на каком-то искусственном цветке, и на букете, да, из яблоневого цвета или еще каких-либо цветов. Но мне показалось, что дополнить нужно еще и бусами хрустальными, чтобы было больше перелива. Ну и, конечно же, связать тем самым зеркало вот с этим деревом, чтобы вся композиция в прихожей была единым целым. Бусы я взяла тоже из хрусталя. Это как, знаете, такие капли воды смотрятся, стекающие водопадом с дерева. Эффект просто восхитительный. И вообще эти хрустальные бусы — это такой декор, который можно использовать и осенью, и зимой. Они были у меня на елке, кстати, и весной, и летом они у меня украшают патио. Так что это такой долгоиграющий декор. Ну и тем более это хрусталь, его вымыл, он не мутнеет, и он будет служить верой и правдой много-много лет. Вот такое дерево у меня получилось, на мой взгляд, волшебная просто атмосфера с помощью вот такого декора в прихожей. А я на этом закончу свой обзор. Все ссылочки на подвесы, на хрустальные бусы будут внизу в описании под видео. Вдохновляйтесь, украшайте свои дома, и ничего страшного, если вы это сделаете намного раньше, до Пасхи. Ведь приходить в такой дом в ожидании прекрасного, светлого праздника Пасха – это очень великолепно. Ну и потом, дома мы очень часто проводим выходные дни, поэтому почему бы и нет, почему бы не создать атмосферу праздника, тем более такого светлого, намного-много раньше и наслаждаться такой атмосферой. Всем мира и добра, и увидимся в следующем обзоре, там мы будем украшать с вами гостиную. Пока-пока!